Всем привет! Сегодня расскажу о монетизации YouTube канала. Какие сейчас требования и как долго я ждал подключения монетизации. Требования. Первое. Вы должны соблюдать правила YouTube в отношениях монетизации контента. Второе. Вам необходимо проживать в стране или регионе, где действует партнерская программа. И самое сложное. Третье. На вашем канале за последние 12 месяцев должно быть более 4000 часов просмотра. Четвертое. У вас должно быть более 1000 подписчиков. Как долго ждать подключения, когда канал уже соответствует требованиям? Расскажу немного свою историю. 8 июля 2014 года я создал свой канал. На тот момент требования были незначительны. Это, по-моему, 10 тысяч просмотров всего на канале. И неважно, сколько у тебя подписчиков. Монетизацию спустя год... По-моему, я запросил и подключили ее довольно-таки быстро. Затем требования изменились и монетизацию мне отключили. В 2018 году, кажется, в январе, я выполнил все требования, мой канал соответствовал, и я запросил повторную проверку. Проверка длилась год. Спустя год подключили снова. Какой доход моего канала? Это очень просто посмотреть. У меня есть такое приложение мобильное, творческая студия YouTube. Очень удобное, мне нравится. Сегодня 7 октября. Открываю это приложение. Вот мы видим, на канале уже 2881 подписчик. Здесь ведется аналитика за последние 28 дней. И видим, расчетный доход за 28 дней составляет $35.23. Это, грубо говоря, по нашему курсу 1000 гривен. Как и обещал, я отдам эту 1000 гривен на восстановление церкви, которая сгорела в городе Лиман Донецкой области. Кто не видел, как это произошло, смотрите видео по подсказке. Я желаю всем, кто хочет подключить монетизацию, творческого успеха и большого терпения. У меня все. Подписывайтесь. До новых встреч на канале.